21 июля, в день празднования Казанской иконы Божьей Матери, Преосвященнейший Лазарь, епископ Нарский и Причуский, совершил божественную литургию в Нарском Воскресенском кафедральном соборе. День оказался вдвойне праздничным. В этот день владыка Лазарь отметил трехлетие своей архиерейской хиротонии. Как апостол говорит, епископство, кто желает, от доброго дела желает. Дело в том, что епископ – это тоже сан почетный, но очень тяжелый. Крест возлагается на плечи епископа. Дело в том, что когда управляешь монастырем, и несколько братьев, которых в твоем ведении, это одно, а когда уже управляешь епархией, или быть уже несешь, или же быть помощником, как в данном случае я нашего владыки митрополита Корнилия, быть его ближайшим помощником, возлагается каноническая ответственность на епископа. Поэтому мы несем ответственность за службы, за дисциплину, за каноническое устройство церкви. Естественно, послушание это и не из легких. Его преосвященство в этот день заслужили благочины Нарские Причуские епархии протоиерей Виталий Гаврилов, а также клирики Нарского Воскресенского кафедрального собора. Помолиться перед чудотворной иконой Божьей Матери, а также поздравить владыку съехались многочисленные гости собора и епархии. Среди прочих, поздравить владыку с годовщиной прибыл также и благочинный Ямбурского благочиния Санкт-Петербургской епархии архимандрит Гурий.